Как создать активную кнопку на обложке Facebook? Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник. И сегодня мы создадим вот такую замечательную кнопочку на обложке Facebook, которая будет перекидывать ваших посетителей на регистрацию, на сайт, на видео, ну и еще другие возможности есть. Эта кнопка есть только на бизнес-страницах, не путайте с профилем. И для того, чтобы здесь создать призыв к действию, просто нажимаем на эту кнопочку. Открывается вот такое окно, и здесь нам нужно внести данные. Добавьте на свою страницу кнопку, выберите кнопочку. Из выпадающего списка мы можем выбрать вот такие варианты. Бронировать сейчас, свяжитесь с нами. Использовать приложение, играть в игру, начать покупку, регистрация, смотреть видео. Я выберу видео. Смотреть видео будет называться моя кнопка. И я должна здесь ставить веб-сайт. Я выберу видео, ссылку на видео и вставлю ее сюда. Веб-сайт для мобильных устройств. Если ваш сайт просматривается на мобильных устройствах, можете поставить, можете нет. Нажимаем «Далее». Далее предлагается вариант. Выберите назначение для людей, использующих iOS. Здесь уже куда перенаправлять людей для того, когда они коснутся кнопки, на iPhone или iPad. Та же история. Если есть, вставляете веб-сайт или приложение. Далее. То же самое для Android. Есть, ставите, нет, пропускаете. Нажимаете кнопку «Создать». И ваша кнопка призыва к действию готова. Эта кнопка сейчас отображается на вашей странице. Вы можете ее протестировать или отредактировать здесь же. Нажимаем «Следующее». Посмотрите свои результаты за последние 7 дней. Значит, давайте в первую очередь протестируем. Перейти по ссылке. Это для админов. Человек просто нажмет и перейдет. Здравствуйте, уважаемый посетитель. Вот. Добро пожаловать бесплатно. У нас идет переход на наше видео. А статистику вы можете посмотреть. Так, смотрим. Наверное, нужно обновить страничку. Да, вот появилось «Смотреть видео». И здесь мы можем видеть статистику переходов. То есть, поскольку я только что создала кнопку, никакой статистики нет. Но фактически здесь будет количество переходов за 7 дней. Устанавливайте вот такие кнопки для продвижения своих ресурсов, сайтов, интернет-магазинов и всего остального. Для того, чтобы изменить кнопку, допустим, поставить ссылку на регистрацию или свой сайт, мы должны нажать и редактировать призыв к действию. И здесь мы уже выбираем другое назначение, вставляем другую ссылку и сохраняем. С вами была Людмила Мельник. До новых встреч! Понравилось видео? Нажмите лайк, оставьте комментарий и не забудьте подписаться на канал.